Ангарский ансамбль «Хип-хоп-студия» стал лауреатом областного конкурса. Коллектив представил на суд жюри хореографические зарисовки в стиле «Уличные танцы». За яркость и креативность ангарчан пригласили к участию в весенних представлениях, посвященных окончанию учебного года. У нас есть 4 отработанных номера, которые мы танцуем вот сейчас постоянно, в этом году. Мы, конечно же, репертуар очень часто обновляем, но каждый урок, каждую неделю мы учим новые связки. Так что, в принципе, для нового фестиваля мы всегда готовим новый номер. Это уже традиция. Сейчас танцоры работают уже над новыми номерами.